В эти праздничные 10 минут коротко и ёмко о самых интересных событиях из жизни Омска. Первый Амич в новом 2016 году появился на свет, едва прозвучал бой курантов. Внимание ему уделяют в первые дни жизни и мама, и врачи, и власти, и журналисты. Репортаж Евгения Нефанова. 1 января в перинатальном центре областной клинической больницы на Березовой на свет появились 8 малышей. Первые уже в 0 часов 5 минут. Здесь повсюду висят новогодние украшения. Встречу 2016 года делает приятнее персонал. Юлия Анатольевна работает тут 2 десятка лет. И даже рисунок на ее одежде передает хорошее настроение. А в новогоднюю ночь врачи стараются уделить пациенткам особое внимание. Обычно мы проходим, поздравляем женщин, женщины нас поздравляют. Ну, то есть создается такая домашняя обстановка, можно сказать. Женщины нам доверяют. Мы разрешаем чуть подольше не спать в этот день. Мы разрешаем смотреть телевизором в этот день. Сейчас в перинатальном центре 23 пациентки. Вот уже счастливые мамы. Эта девочка появилась на свет в предпоследний день 2015 года. А вот когда до 2016 оставались считанные минуты, в операционную отправилась Елизавета. Родион родился в 5 минут 1 часа ночи 1 января. Он первенец 2016. Вес 3 килограмма 950 граммов, рост 53 сантиметра. Здоровья вам и вашему малышу, счастья вашей семье, благополучия. Видите, как получается 300-летие. И третий ребенок в вашей семье. Это, наверное, символично. В семье Беленко это долгожданный мальчик. Два старших ребенка – девочки Софья и Варвара. Родион и его мама чувствуют себя хорошо. Хотелось Новый год с семьей встретить, но так получилось. Ну, в то же время хорошо. Такая счастливая ночь. Самая, наверное, счастливая ночь в моей жизни. В 220-ю палату вице-мэр Ирина Касьянова принесла цветы, поздравительный адрес мэра и сертификат. Традиционно мы готовим подарки, безусловно, но подарок этот для малыша – это сертификат на 10 тысяч рублей, которым родители смогут сами каким-то образом воспользоваться и приобрести те товары, которые необходимы. Ну и еще хочу сказать, что в канун 300-летия мэром города Омска подписано постановление, согласно которому первая тройня, которая родится в городе Омске, получит от города Омска сертификат на 300 тысяч рублей. В 2015-м таких троин в Омске родилось 2. Власти надеются, что в наступившем году их будет еще больше. Евгений Нефанов, Сергей Гаврилов, Антенна 7.